Добрый день! Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, как получить супер ранний урожай белокочанной капусты. И именно белокочанной капусты гибрида Bilba от корейской компании Nonghu Bio. Итак, вот мы находимся с вами на поле, где выращивается капуста Bilba от корейской компании Nonghu Bio. Это раннеспелая капуста, которая, я бы сказал, сверхранняя, у которой период вегетации приблизительно где-то 50 до 55 дней с момента высадки рассады. Куст компактный у нее, небольшой. Вот если взять, посмотреть, вот мы вырвали растение, мы видим, что лист не очень большой, головка при этом приплюснутая, красивого темно-зеленого цвета, довольно-таки плотная. И вот сегодня у нас 9 мая, мы делаем съемку, это Херсонская область, и капуста уже полностью вызревшая и готова к уборке. 17-й год — это тяжелый год, и он запомнится всем тем, что были возвратные заморозки, были холода в апреле, где наш период вегетации оттянулся приблизительно на 10 дней. То есть эта капуста, если при благоприятных условиях, была бы уже готова до 1 мая полностью к уборке, полностью к вырезке. Но так как я говорю, что весна была, затянулась, и соответственно немножко оттянулся период вегетации. Итак, какие же характерные особенности для этой капусты и как ее правильно вырастить, чтобы получить действительно сверхранний урожай? По рассаде. Это компактная, небольшая рассада, небольшое растение с небольшим листом. То есть она через 45 дней готова к высадке. Поэтому я рекомендую ее высаживать прямым посевом в чеки и через 45 дней уже высаживать на постоянное место произрастания. По высадке. Значит, высаживаем 45-дневную, и уже через 60-50 дней она готова к уборке. Смотрим на саму головку. То есть головка, мы видим, приплюснутая, очень красивого зеленого цвета. Весом она, вот сейчас мы посмотрим, сколько она имеет вес, эта голова. Вот 850 грамм. То есть как раз товарный качан, который пригоден к реализации. По характеристикам у нее идет от 0,8 до 1 килограмма товарной головки. Теперь давайте мы посмотрим с вами в разрезе. Потому что, как я повторю, в 2017 году были очень тяжелые погодные условия, и капуста понесла, ну скажем так, стресс. И многие, наверное, из вас уже приобретали на рынке капусту, которая уже была готова к цветению, скажем, цветочками. То есть конусная, где большой качан и уже задатки цветков. Вот наша капуста имеет небольшой качан, маленький. Мы смотрим, еще она, допустим, плечики такие широкие, то есть она еще может стоять, наливаться. И мы можем ее реализовать в любой момент. То есть на данный момент есть цена, мы можем ее продавать, нет цены, еще неделю она может свободно стоять, добрать веса, и плюс, возможно, еще поднимется цена. Вот. Поэтому капуста Bilba очень хорошо подходит для получения сверхранней продукции белокочанной капусты.